вступление надо для съемки, я потом на YouTube выложу просто. Всем привет, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, а это перед вами Елена Хадарина, моя ученица. Сейчас мы с ней будем снимать визитку, она просто необходима жизненно. Сейчас я прорепетирую, Лена. Лена прорепетировала 50 раз уже визитку, а я еще съемку нет. Снимаем на обычный телефон, ребят. Вот, на обычный телефон будем снимать. Так, смотри, Лен, сейчас я. Так, вот ты так будешь говорить, я тебя беру в полный рост, потом я подъезжаю сюда. Ты не лохматая? Не, все хорошо. Так, подожди. Я опухшая. Нет, не опухшая. Так, вот так, а потом... Вот так вот я подъеду. Немножко повыше, наверное, камеру возьму. Вот. Руки так не делаем. А мне куда смотреть вообще? В камеру. То есть ты про себя посчитай раз, два и поворачиваемся, ладно? И давай мы этот дубль в любом случае, запнешься, не запнешься, мы его доделаем до конца, чтобы мне понять с камеры и тебе заодно поработать на камеру, ладно? Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обувь 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Опыт съемок есть в кино, сериалах и рекламе. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скоро сяду на шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. Мне кажется, это очень важно для актера. В связи с этим за моими плечами огромное количество различных курсов по актерскому мастерству, по вокалу, а также полуторагодовой курс по гриму в Останкинской школе телевидения и радиовещания. Также я хочу отметить, что я очень работоспособная, ответственная и дисциплинированная. Благодарю, что досмотрели мою видео-визитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Снято, молодец. Блин! Умничка, умничка. Я запнулась. Телевидение и радиовещание сказала. Ничего страшного. Ой, я такая стою с камерой, типа я тебя снимаю. Молодец. Теперь смотри, надо попробовать. Ну, стой, я попробую ракурс с этого. Ну-ка, когда ты говоришь. Ага. Смотри, давай сделаем так. Когда я ухожу в бок, говори на эту камеру. Ну как, получится? Вот. То есть смотри, когда я уйду в бок, ты говоришь на эту камеру. Ага. Поняла? Тогда будет лучше. Так, все, тогда получается у нас получится очень куча, много хороших ракурсов. Теперь весь текст от тебя. Вы, ребят, просто можете переписать Ленин текст и снимать дома визитки. Смотри, я скажу, внимание, приготовились, начали, уже не буду говорить. Значит, я нажала на красную кнопочку, ладно, запись пошла. Так. Внимание. Приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в рекламе, кино и сериалах. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скоро сяду на шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. Я считаю, это очень необходимо для актера. В связи с этим, за моими плечами огромное количество различных курсов по актерскому мастерству, по вокалу, а также полуторагодовой курс по гриму в Останкинской школе. Еще я хочу отметить, что я очень дисциплинированная, ответственная и работоспособная. Благодарю, что досмотрели мою видео-визитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Отличненько. Только еще давай один дублик сделаем, потом уже на камеру. По идее, молодец, умничка. Сексуальная, красивая, обаятельная, привлекательная. Ты лучшая. Давай, поехали. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в кино, сериалах и рекламе. Эта визитка хуже. Посмотри вторую визитку. Первую, вторую, третью. И потом на камеру будем снимать. Так, с поправками. Смотри, сейчас попробую с этого ракурса тебя посмотрю. И когда ты вот сюда поворачиваешься, первый дубль, там очень хороший секс-шоу. Сделай мне в первом этот же самый поворот. Ладно? Что, ты расстроилась, что ли? Да. Второй дубль хороший был. Не надо мне тут.
Вот сюда. Вот, отлично. У меня здесь квартира моя не входит. Да, снимаем в квартире. Ребята, вы тоже дома можете снять все в квартире. Итак, готово? Так, волосы, что мне не торчали. Все, у тебя хорошо. Лена, идеально не бывает, и здорово, когда бывает не идеально. Ошибки – это нормально, я разрешаю тебе делать ошибки, я разрешаю тебе выглядеть не идеально. Хватит уже синдромом отличницы страдать. Все у тебя замечательно, ты вообще улыбаешься. Так, дай-ка я вот отсюда напишу. Шаг немножечко, Лена, наверное, назад. Вот как ты стоишь, чуть-чуть назад. Ага, вот. То есть я говорю, внимание, приготовили, слово начали, уже не говорю. Хорошо? Поправь футболку. Все, а с текстом все замечательно. Можешь волосы где-то поправить, это вообще будет шикарно. Угу. Так, внимание, приготовились, начали. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, росту 60, размер одежды 42, обуви 36. Закончила? Так хорошо было, такой классный секс. Закончила. Давай заново. Давай, так я не против. Сейчас подожди, этот я дубль. Так, внимание, приготовились, собрались. Так, футболочку поправляем, Леночка. Все хорошо, солнышко, все хорошо, ты прекрасна, ты чудесна. Уверенности. Давай, поехали. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, росту 60, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в кино, сериалах и телевизоре. Боже, как это было здорово! Как Все, это было здорово! Как это было здорово! Соберись, тряпка! Удали эти неполучившиеся кадры. На, сама удали. Из кадра. Уберите, пожалуйста, умную Лену. Умных женщин никто не любит. Любит тупых. Тупи, Лена, тупи, понимаешь? Внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет. Рост 160. Еще раз пошли. Уверена, все хорошо у тебя было и есть. Все замечательно. Так, в какой эмоции будешь поворачиваться сразу? С чего? Типа серьезно? Ну и все. Ну серьезно и уверенно. Подбородок подними. Нос. Носом начинай. Все, ты самая классная, самая крутая, самая деловая. Внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42. Я сексуальная, ну-ка скажи, я сексуальная, привлекательная, лучшая, обаятельная. Лена, не слышу. Я не смогу сказать уверенно. Ты все сможешь. Ты до этого была уверенная в этом. Три дубля... А, не надо было мне лучше смотреть. Да, три дубля посмотрела и все. Лен, давай это самое, по-серьезному это. Люби себя в конце-то концов, по-французски. Готова? Все, первая пошла с уверенностью, потом секс пошел, и, по крайней мере, зритель сразу увидит, то есть режиссер сразу увидит твою разноплановость. Так, угу. Так, сейчас я вот так, потом вот так, ага, и отлично. Вот здесь стой. Итак, внимание, давай, уверенно, ты все получится у тебя, ты большая молодец. Внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет. Рост 160. Размер одежды 42. Обуви 36. Не, давай еще раз. Сразу там два дубля удали. Так. Уверенность. Нос кверху. Через нос работаем. Так. Внимание. Приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет. Рост 160. Размер одежды 42. Обуви 36. Закончила СМДА. Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в сериалах, кино и рекламе.
Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скорость одну шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. Я считаю, что это очень необходимо для актера. В связи с этим, за моими плечами огромное количество курсов по актерскому мастерству, по вокалу, также полуторагодовой курс по гриму в школе Останкино. Еще я хочу отметить, что я очень дисциплинированная, ответственная и работоспособная. Благодарю, что досмотрели мою видеовизитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Давай еще одну, вот это было классное! Вот это было классное, давай еще одну, еще одну, еще одну. Ты будешь здесь вообще просто супер, 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 пупер, молодец. Так, все, волосики лежат. Потом еще на камеру, представляешь? Вот актерская профессия. 10-50 дублей. 50 дублей репетиции, потом 50 дублей съемок. Внимание! Приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет. Рост 160. Размер одежды 42. Обуви 36. Закончила СМДА. Американскую театральную академию. Есть опыт съемок. В сериалах, кино и рекламе. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде. Скоро сяду на шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. Я считаю, что это очень необходимо для актера. В связи с этим, за моими плечами огромное количество курсов по актерскому мастерству, по вокалу, также полуторагодовой курс по гриму в школе Останкино. Еще я хочу отметить, что я очень дисциплинированная, ответственная и работоспособная. Благодарю, что досмотрели мою видеовизитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Да ты мое солнце, там был мой косяк. Опять назад немножко. Ага, вот так вот. Нет, вот так вот. Сюда. Чуть-чуть вот. Я пошла когда сюда, опять туда. Ну, очень хороший дубль был. Ты уже разошлась. Молодец, давай. Ты волосы начала поправлять, что меня прям порадовало. Жить начала в кадре, мне так это понравилось, ты молодец, умничка. Так, ты моя солнышко, хочу больше секса, уверенности. У тебя все получится, ты моя молодец. Итак, кто лучше у нас из лучших? Елена Хадарина. Итак, Леночка, внимание, приготовились. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в сериалах, кино и рекламе. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скоро сяду на шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. Я считаю, что это очень необходимо для актера, и в связи с этим за моими плечами огромное количество различных курсов по актерскому мастерству, по вокалу, а также полуторагодовой курс в Останкинской школе по гриму. Еще хочу отметить, что я очень дисциплинированная, ответственная и работоспособная. Благодарю, что досмотрели мою видеовизитку до конца. До встречи на съемочной площадке. И последний дубль. Вообще шикарно! Я не буду смотреть пока. Нет, не смотри, ну шикарно, молодец, умничка. У тебя с каждым дублем все лучше и лучше получается. Угу. Так, там потом выберешь сама уже. Здравствуйте, меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в сериалах, кино и... Так хорошо было. Ну ладно, ничего страшного. А мне, знаешь, у меня еще волос попал в руку. Удали дубль сразу. Ну так хорошо было, молодец. Умничка. Умничка, ты просто золото у меня. Все, потом это, потом на камеру, и будет нам счастье с тобой. Так. Волосы, конечно, конечно.
У тебя теперь прекрасные волосы, Лена! После укладки вчера было лучше. Да все нормально. Все хорошо, Лен. Так, ну что, готова? Первое, уверенность в себе. Второе, секса побольше. Пусть режиссер захочет тебя. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42. Давай еще раз, потому что уверенность была отличная. Но, блин, уверенность была отличная, а потом забыла, как тебя зовут. Такое бывает. Уверена, уверенность начала хорошо, потом дальше продолжила. Итак, самая главная точка. Внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт работы в съемках. Давай еще раз. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в кино, сериалах и рекламе. Начало носик, я уверена в себе. Я стерва еще та. Внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в кино, сериалах и рекламе. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скорость одна шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это стремление постоянно саморазвиваться. Я считаю, это очень необходимо для актера, и в связи с этим за моими плечами огромное количество различных курсов по актерскому мастерству, по вокалу, а также полуторагодовой курс по гриму в школе Останкино. Еще я хочу отметить, что я очень Такой хороший дубль запорола! Она запорола! Хороший дубль! На, сразу удаляй. Работа способная. Ты все там было хорошо. Давай. Все, последний дубль и камера. Я работоспособная. Молодец, да, ты работоспособная. Итак, сейчас, подожди, я тоже тут сяду. Внимание, уверенность, Лена, носик. Ага, внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обувь 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт работы в съемках. Блин, мне не нравится этот работа в съемках. Почему мне опыт работ, опыт и работы сочетается? А знаешь почему? Почему? Потому что я всегда на работе спрашиваю опыт работы на собеседованиях, опыт работы. У меня уже эти два слова опыт работы, опыт работы. Так, поехали. Футболочку поправила. Подожди, есть опыт съемок, да? Есть опыт, есть. Есть опыт работы в съемках. Подожди. Есть опыт съемок у меня написано. А, есть опыт, нет. Ты говорил, есть опыт съемок. Есть опыт съемок в кино, в сериалах, в рекламе. Так. Внимание, уверенность, Леночка. Все хорошо. Уверенность сначала, потом секс. Угу. Итак, внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Закончила СМДА, Американскую театральную академию. Есть опыт съемок в кино, сериалах и рекламе. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скоро сяду на шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. Я считаю, что это очень необходимо для актера. В связи с этим,
За моими плечами огромное количество различных курсов по актерскому мастерству, по вокалу, а также полуторагодовой курс по гриму в школе Останкино. Еще я хочу отметить, что я очень работоспособная, ответственная и дисциплинированная. Благодарю, что досмотрели мою визитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Сразу еще один дубль. Давай. Что, это удаляем? Нет, это заставляем. Давай еще один дубль. Хватит. Очень хороший дубль был. Все, давай. Еще один дубль. Сразу же еще один дубль. Секса мне там не хватило. В СМД, Американская театральная академия. Но там очень много разных интересных фишек у тебя было. Итак, внимание, приготовились. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Также я хочу сказать, что я очень дисциплинированная, ответственная и работоспособная. Благодарю, что досмотрели мою видео-визитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Там что-то было. В общем, есть два дубля очень хороших. Давай еще на камеру. Так. А, встань, я тебя сфоткаю. Ты мне фотку эту пришлешь, ладно? А как встать? Можешь прямо встать. Просто прямо? Или... Да, просто прямо. Или может как-нибудь? Ну, можешь вот так вот. Знаешь, что я теряюсь, когда... Я теряюсь, когда, куда я должна уже смотреть. Когда ты вроде еще здесь, но ты уже уходишь, и я такая... Ребята, у меня визитки стоят дорого. Потому что я выношу мозг. Так. Ну, можете пойти просто ко мне на обучение, и все будет хорошо. Приготовились! Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена, мне 37 лет, рост 160, размер одежды 42, обуви 36. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде и скоро сяду на шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Также я хочу отметить, что я очень... Удаляй. Благодарю, что досмотрели мою видеовизитку до конца. До встречи на съемочной площадке. Угу. Хорошо. На, посмотри. Спасибо, что досмотрели мою видеовизитку до конца. И, короче, все, я забыла. Так было хорошо, Лена. Я там сбилась. И еще и здесь спасибо. Нет, ты хорошо все было. Здравствуйте. Меня зовут Хадарина Елена. Мне 37 лет. Рост 160. Размер одежды 42. Обуви 36. Закончила СМДА. Американскую театральную академию. Есть опыт съемок. В кино, в сериалах и рекламе. Дополнительные навыки. Умею кататься на коньках, велосипеде, скорость одну шпагат. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Мое самое лучшее качество, я считаю, это постоянное стремление к саморазвитию. В связи с этим, за моими плечами огромное количество различных курсов по актерскому мастерству, по вокалу, также полуторагодовой курс по гриму в школе Останкино. Еще я хочу отметить, что я очень ответственная, работоспособная, дисциплинированная. Благодарю, что досмотрели мою видео-визитку до конца. До встречи на съемочной площадке.